Все, вот так вот будет нормально. Да, чафик имба. Имба. Я вчера говорил об этом. На чафике можно просто в соло уничтожить вражескую команду. Если играть грамотно, не подставляться, не пытаться впитать дэмэдж. Для такого маленького танка внутри 5 типов, неплохой буст по живучести в нашей игре. Как бы стабуся. Плечевой упор, который при 15 км в час заставляет ствол быть неподвижным. Камарник, который ваншотит большинство оппонентов. Ну, в общем, со всех сторон хорошая машина. Подвижность. Зад, вперед, по сторонам. Все хорошо. На 3-3 против квадратных чуваков, которые просто снарядом на 100 пробиваются уверенно и ваншотятся. Песня, а не танк, одним словом. При попадании в башню, бывает, переживает. Трое отъезжают, двое остаются. Болт я не убрал, болт я просто положил на мнение тех, кто мне советует из чата, что мне в сетап ставить. Понял? Как я ему в каточек окинул? Здорово, да? Небольшая партизанская охота. Алло. Алло. Поих. Подожди, я тут немножко врываюсь на чафоне. Да твою мать, ну что это за халява? Говно из жопы. Порта прилетела и расселила все. Я чекну. Типа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мы в говне. Мы в дерьме. Да, именно так.
Как фантом, ну такой, на любителя, специфичный. Да, что ж я не докидываю до погона? Второй раз. Дурной что ли совсем? Так вот сразу нельзя было сделать. Огромное количество дымов, это такая имба на лоу-тире. В смысле? Да, все нормально. Лол. Не, ну вы видели, вы видели? Блин, что они начали выходить. Если бы не выходили, а может быть, на какой-нибудь очередной рекорд на чафике бы пошел. Хотя, с такой стрельбой по погонам. Какой там рекорд? Коллега, вы куда? Нет, этот плечевой упор, который стабилизирует орудие при остановке, это любовь. То есть, по сути, эта вещь дает каждому игроку тот навык, которым владеют проигроки, ну, проигроки, да, турнирные. Чуваки, которые нивелируют раскачку и подлавливают этот момент выстрела. А так каждый может просто остановиться, хоп, и он может стрелять. О-хо-хо-хо. По-моему, рип. Они друг другу мешают. 3? А, его убили. Я сейчас спас тип, который помешал заднему выстрелить. Я думаю, там отчело засвистело. Сушку убили тоже. Зенитка на респе, КВшка. И все.
М4 вот еще. Расчехляю, Бармаса. Хотя, сейчас Шерман появится. Хоп, и на 25 километрах взял, просто с жопой уехал. Красота. Интересно, они на стеле типа убьют с толпой? Убьют. Какие вы молодцы, как я вами горжусь. Я утоплю тебя, лодочник. Блин, не поддается. Ладно. Я хотел его куда-нибудь поволочить. Что это было? А, это у меня прицел улетел. Понял. Я думал, у меня глюки. Смысл от пути. Выкуп плати. Зенитка 50 рублей. Танк 100. Тяжелый танк 200. Вот такой вот прайс, нехитрый. Беру в заложники. Можно было брать в заложники реально, потом бы обменивать на какую-то валюту. Какой геймплей я придумал в War Thunder. Стоп, что? Я два камуфляжа открыл за один бой? А, у них, понял. Как раз мне вот этих не хватало, 15 киллов.